Ну что, пацаны, всем хеллоу, и я сегодня закупился в магазине «Красный карандаш». Сейчас поедем домой, будем распаковывать, и когда мы приедем домой, вы увидите, что я закупил. Вот. Так что едем домой. Что, вот мы переместились домой. Вот наши маркеросы. Раз, два, три. Ну да, их тут немного. Я вам хотела сказать, что тут не только маркеры. Тут есть и заправки. Для чернила Ink, Deep Blue, для скетч-маркеров. То есть это их можно в акриловый заливать. Значит, черный скетч-маркер Brush, вот такой. Поска белый для бликов. Линер. Вот, с таким пером. И красный скетч-браш тоже. Вот. Так, мне вообще было интересно посмотреть, как, что за чернила. Я их никогда не видела, а первый раз их взял из магазина. Их надо аккуратно открыть. А, вот такие они, значит, понятно. Ну, их потом, следующий, я попробую их залить в какую-нибудь пустышку. Но пока что я не закупался пустышками. Вот. Пропитки будут в шорцах, чтобы все было сбалансировано. Вот. Так что сейчас распаковываем поскомаркер. Так, я подцепила это хорошо. На самом деле, вот я такой сначала вот в детстве, ну не в детстве, а давно достаточно, не знала, что такое поскомаркер. Я когда увидела его первый раз в шорте, я думала, что это типа за маркер, откуда такой, что это за новинка. Вот. Значит, в принципе, про линер Great Art мы не будем много говорить, потому что вы такие видели, они популярные. Вот. Ну вот я вам скажу, я когда его тестил, они неплохо писали. Вот сейчас он неплохо пишет даже. То есть я из-за того, что покупал в магазине, мне дали гарантию. То есть если что-то сломается, там, не будет писать маркер, то я смогу его поменять. Вот. Так что это очень хорошо. Находится он, этот магазин, на улице Граждан... Ой, что-то забыл, как улица называется. Ладно, ничего. Короче, посмотрим скетч-браш. На самом деле перо большое, ничем почти не отличается от простых маркеров. Просто оно лучше пишет, чем скетч-маркеры вот такие. Потому что у меня 4 маркера, и они все засохли. Вообще в офиге. А вот это перо уже поинтереснее. Оно такое мягкое. Я думаю, оно будет у меня почти во всех скетчах. Ну, типа, оно очень хорошее. Его можно сделать и широким, и узким. Так, заправки у нас. Я честно первый раз вижу, что заправки вот так открывались, то есть откручивались. Так что для меня это небольшое открытие. Поска маркер, он такой особенный. Я думаю, кстати, может пропиток и не будет, потому что это белый маркер. Могу я сейчас посмотреть, как он будет пропитываться. Ну да, тут ничего не видно, так что это, в принципе, бессмысленно было. О, нифига себе, он покрывает, кстати. Сейчас я вам покажу. Вот, короче, он закрасил розовый. И, соответственно, ну, типа, это очень хорошо, потому что обычно вот такие пейнты, они засыхают быстро. Ну, двое не засыхают, теперь у них перо красится, и все, они больше не делают замазку. Ну, типа, не закрашивают белым, и ими невозможно сделать блики почти. То есть это будет, они либо промокают в бумаге, либо
Либо просто перестает еще засыхать быстро. Может быть, сделаю его в алфавите. Ну, в принципе, вот наш обзор подошел к концу. Он маленький, потому что, ну, в принципе, ничего не происходило. Вот, так что мне нравится вообще то, что я закупил. Потому что, ну, сами понимаете. То есть качество хорошее. Кстати, размер линера я брал, точнее, его перо S. Так что вот. Вот такой вот у нас получился мини-обзор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте про колокольчик. Я буду очень благодарен, если вы прорекомендуете мой канал своим друзьям. Вот. Вот, всем спасибо за просмотр. Тем, кто досмотрел до конца. И всем пока.